Вот мы сейчас с Радмилой выбираем цвет для стен. И так интересно, да, тут, оказывается, есть прикольное название. И вот мы выбрали три цвета. Lazy Grey — это ленивый серый. Потом цвет, который мне больше всего нравится, и название нравится, это мечтать. Мечта, да. И дышать. И молодец уже, Радмила. И еще цвет дышать переводится. Вообще так прикольно. А здесь еще есть смешные названия. Где мы с тобой тут видели? Вот черная лиса. Смотри, Perfect Grey. Грейдж, это, наверное, что-то с серым связано. Не думаю. Потом, что мы еще с тобой тут видели? Про блу-блу-блу, где something? Блу-something. Вот, something blue. Something, что-то... Что-то голубое. Так интересно. Потрясающее. Потрясающий фиолет. Такие интересные названия вообще здесь. Вот, короче, выбираем... Вот представляете, кто-то хочет себе стены зеленого цвета, в больнице, возможно. Вот. Но кто-то захочет вудс. Строгий, типа. Попперкорн. Перчатый кукуруза. Попперкорн. Так это вообще смог был. Иди. Копченый и голубой. Минк — это скунс. Минк? Нет, подожди. Бакдоу. Минк — это какое-то животное. Да. Короче, интересное название. Минк, норка. А, норка? Да. Слушай, интересно. Мы тут в специальном магазинчике. И скидки большие. И поэтому мы будем покупать краску в этом маленьком магазинчике. Да? Итак, я пришла к магазину. Он называется... Радмила, я правильно говорю? Называется Шервин Уильямс. Шервин Уильямс. Этот магазин нам порекомендовал наш новый мастер. Так что мы будем затариваться здесь. Я взяла около 5 цветов. Сейчас мы поедем домой. Образцов. Сейчас поедем домой, будем с мужем подбирать. Потолок, соответственно, будет белый. Это вообще интересно. You want to day finish? А, нет, ты будешь эту крышу делать. Yeah. It's cool. И тут тоже. Вау. Вау, прикольно. Everything? Or this? Здесь еще not yet. Ага, здесь тоже, да? Это вообще монстр. Так, вот потолок так делают. Я-то в подвале сижу, там ничего не вижу. Здесь еще они только делают. Понятно. Ты как, смотрите, как они делают. Я думала, все вещи выносить надо. Нет, ничего не надо выносить. Но они потолком сейчас занимаются. Как они так сделали? А, здесь не белый же потолок был. Думаю, как они так сделали? Здесь был коричневый. Вау, вот прикольно. Конечно, бы я одна в жизни бы тут не сделала. Вот представляете, казалось, что был такой кофе с молоком цвет. А на самом деле он достаточно сильно желто-коричневый такой был. Свой родной. Но я думаю, с белым светом будет намного красивее. Смотрите. Обалдеть. Окей.
А он говорит, не размешивал, здесь размешивал. Что-то цвет разный. Скул. И вообще фест. И... You have plan today, what doing? This living room everything done today? Mm? Today you have plan? No. What do? Living room? Finish? Maybe. Living or everything? Не, not everything. Вот смотри, здесь grey. Yeah. Same? You sure? Yeah. Блин. Рано. Окей. Да. Фышина. Молодец. Здесь они чуть-чуть сделали белым. Они будут подкрашивать. Но здесь же была уже... Я это красила. Здесь чуть-чуть другой цвет. Сегодня они еще не успеют. Ну, вот такие молодцы. Вообще быстро, конечно, идут. Сегодня что, среда или вторник? Я уже не помню. Я попросила их здесь тоже покрасить белым. Освободила. Ну, выглядит классно. Спальня — это вообще атас. Тоже я все красила. Здесь два цвета. Ну вот сейчас белый уже. Белый — это совсем другой вид. Ну, мне кажется, в любом случае будет хорошо. Мы еще планируем этот телевизор в подвал убрать. А сюда повесить телевизор, который был в зале. Или наоборот. Который был в зале убрать в подвал. А этот куда? Или он хочет два телевизора купить. Короче, не знаю, мы хотим сюда повесить телевизор. А какой будем вешать? Этот? Наверное, этот. Да. Вот такой у нас... Такой у нас разбор полетов на сегодня. Ой, я же вам не показала. У нас был деливери. Ой, здесь что-то другое. Я ничего не трогаю, ладно. Было деливери. Деливери, доставка. Доставка. Что это значит? Смотрите. Пришел новый телек. Он огромный. Он как пол кровати. Он хочет в зал его поставить.